Вот сейчас прет. Да, все, окей, сейчас вижу. Все окей. Угу. Отличненько. Вижу уже заставочку. Ну все, собственно, да, можно начинать. Да, можно уже начинать. Сейчас я открою чат нам. Так. Окей. Так, ребят, со мной ребята из Technos Battles. Еще раз извините за то, что мы перебили альтернативный канал. Просто с паролями путаница получилась со стримкеями. Вот, сейчас у нас будет второй отборочный тур чемпионата на Pro Am Racing. Вот. Так, нас там слышно вообще? Тест, ребят, чудак, торист, кто-нибудь. Окей, отлично. Ну так вот, собственно, сейчас посмотрим, же дыхание. Ну, я давно не играл. Так, Мафут, запускаешь, да, что ли? Так, сейчас мы Тарана только надо, чтобы он подтвердил, что он на связи, а то он, может, пошел к холодильнику за свежим пивом. Сейчас все будет, да. Сейчас будет чемпионат, на самом деле, на двоих играть, и, собственно, на троих дальше не очень просто. В эту игру тут нужно ориентироваться не только на, соответственно, мастерство, но и на то, чтобы экраном не прибил в ненужный момент. Чудак, это, собственно, стримит Хани, с ним стримят наши друзья с портала Technos Battles. Вот, это, соответственно, Мафута и Тарантул. Вот с ними у нас сегодня будет соревнование, второй отборочный тур. Первый у них уже прошел. А вот и поэтому, соответственно, ждите. Сейчас все начнется, и вы все увидите. Так. Тарантул вроде пишет, что он здесь. Ага, ну все, тогда окей. Так, ну что, тогда начинаем. Долго мы настраиваем, конечно, соответственно. А вот. Как жаль, что я не слышу этого хорошего гудящего звука мотора. А, ты не слышишь, да? Ты выключил? Ну да, ничего. Я выключу, ничего, тебя, ничего тебя не будет отвлекать. Так. Не, меня звук наоборот, как это сказать, привлекает. Алло. Ну что, ребят, я думаю, все готовы к нашему небольшому соревнованию. Я на синей машинке. Мафута на красной и Тарантул на зеленой. Да. Четвертый плеер у нас, к сожалению, компьютер. Да, вот. На самом деле даже не к сожалению, потому что он бы вылетел. В любом случае кто-то должен вылетать. Поэтому четвертый игрок вылетел бы через три игры там или через. Ну, в общем, быстро бы вылетел. Вот. А так мы, в принципе, у нас есть шанс достаточно долго тут поездить. Ну да. Так, ребят, сразу скажу, суть в том, что выходит двое участников, вот, в финал. Так что, в общем, болеем. Опачки.
Ты на синий, да? Да, я на синий. Вот я только что слился немножечко. Ну вот тут если бы экраном так жутко не выносило, то вообще было интересно. А так можно просто... Экранчиком придавил, чтобы... Я приехал третьим, фак! Ну, хотя бы не четвертым. Не, вообще, я говорю, вся соль, как бы, этой жиры, вот она, то, что в любой момент может экран придавить. Ну чё, с такими деньгами, я думаю, сразу гонку. Ну, вот, да. Не знаю, почему мы не в Rock'n'Roll Racing вот решили выпилить именно в Pro-M. Меня, в принципе, он очень даже устраивает. Вот нас Мафута тут всех. А-а-а, ни одной буковки не взял, сука. Блин. Щет. Говно. Блин, я задолбал экраном двигать. А-а-а. Слушай, я еще и первый. Просто жесть. Да фак. Блин, опять не взял, да? Твою же. А, я приехал вторым в этот раз. Так, тем временем гонки продолжаются. А чё у нас, кстати, Тарантул молчит? А он же сказал, что он не сможет почему-то разговаривать, я уж не знаю почему. А, окей. Может у него... Значит, мы с тобой вдвоём комментатор? Может у него занят рот там, не знаю. Это как так? Ну, скорее всего, бутылка пива, конечно. Я же не предполагаю оптимистичный сценарий. Не, ну может быть еда. Я думаю, что из-за бутылки пива он бы с нами все-таки покомментировал. Отличный старт. Это, кстати, Тарантул как раз разобиделся на нас. А, это ты, это же ты, Тарантул, вот он. Зелененький. Да, я синий. Ай, блин. Так, тут сколько кругов, кто-нибудь помнит? Опа! Ай-яй. А вот и Тарантул, собственно, разобиделся. Сколько кругов тут, а? Не знаю, наверное, два. Подскажите. В начале, по-моему, там больше двух редко бывает. А, вот нет, один. Зачем я потратил нитро? Только у тебя еще и нитро было. Тогда. Ай, блин, фак! Ну ладно. Что же ты такое? Это все пока как бы. Главное четвертым не приезжать, собственно, а так без разницы каким. Конечно, первым приходить выгодней. Ну да. Естественно. Так, что у нас там? А, между прочим, Таран там у нас тем временем что-то купил, по-моему. Что-то он купил. А. Что-то он купил. Стоп. Я, пожалуй, пока прекращу. Воздержишься, да? Я тоже пока воздержусь. Да, я воздержусь. Мало как-то денежек у меня. Для покупки стоящих вещей. Ах, Мафута редиска взял букву. Столько бабла. Чё-то так думаю, пора бы. Это за кем гоняется-то вообще? Ай, так. Денежку я взял, денежку. Точнее, буковку. Сейчас я еще вот так вот по-редисному сделаю. Так, ты по-редисному там смотри. Прямой. Еле-еле там вообще убежал от желтого. Да, что-то вообще движочек-то какой-то слабенький у меня.
Это большая трасса. Ну да, у меня 5000 очков, я думаю, что пока все-таки стоит воздержаться, подкопить еще немножко. Компьютер стартовал первым. Да. Если о, попасть вот это, под третий. Няшный. О-о-о-о, тихо, ребята, тихо. Да что ж такое, хоть одну дайте сейчас мне. А, щет! Сейчас я буду делать шоу. Ю-ху! Так. Блин, я все пропускаю вообще. Я решил как-то не пропускать, дать Гарри. Сейчас я вообще перепутал, каким у меня цветом машинка. Чё-то мы как-то кучкуемся вообще. Да, да, кстати, не говори. А сейчас случилась подстава. У меня кончились... Кто пришел первым, кто вторым. Так, первым-то я вижу, кто вторым пришел. Нет. Таран там выжимает. Да. Ну, так что, возможно, то тут. Да? Сказывается опыт, все-таки у меня. Я играл в эту игру на эмуляторе, так достаточно. Даже и недавно, можно сказать. Ну, я честно скажу, что как бы не был, ну, не было тренировок там чего-то. Так, ладно, пока так уж и быть, посмотрим, что будет дальше. Так, ну вроде сейчас могу уже немного поговорить, всем привет. А что у тебя там случилось? Да. Ну, я сказал, у меня тут немножко неспокойная обстановка. А? Все нормально? Слишком излишние голоса в микрофон пускать не хочу. Да нет, все нормально. Начинаем. Ой. Тройка лидеров. Опачки. Я буковку взял. Ай-яй-яй, еще чуть одну не взял. А если кто не в курсе, я в эту игру поиграл вообще вот буквально за турнир, там одну трассу, поэтому. Она для меня вообще не знакомая. Детства у меня и не было. Ой, зелененький это был не я. Да что ж так, а, ну это был мне. Опачки. Таран, а ты прикупил себе, да, уже что-то? А, Таран? Я что? Да. Не, я ничего не покупал. А как же ты, у тебя бабла как-то поуменьшилась? Не знаю, может и купил. Чё-то ты купил, короче. Нечаянно, наверное. Так, у нас тут Хани на повороте все время вырывается. Что Хани? Вырывается вперед Хани у нас тут. Ай-яй-яй. Так, в этот раз, по-моему, я вторым. Да. Посмотрим, что там у нас с очками, с деньгами. По очкам я все еще проигрываю. Ну вот, как видите, мы тут жестко оставляем компьютерного оппонента. Да. Позади себя. Поэтому, в принципе, можно даже. Да что ж такое, зато он удачно стартует. Ой, а что за сложная трасса такая? Да, это поинтереснее уже. Ну, у нас тут уже сложившаяся тройка лидеров, который только что обогнал какой-то желтый непонятный чудачок. Чё-то я вообще где-то в заднице плетусь. Ну, сколько ж можно-то? Ой. Один круг. Так, еще. Желтого надо догонять, потому что мы сейчас рискуем вообще оказаться кто-нибудь, например, я.
Например, я, нет. Например, я, видимо. А я вот... Покурговка вообще. Все, это последний. Желтый просто прикупил себе наконец-то что-то, и теперь мы уже не сможем так лафово ездить. Так, я вырвался все-таки. Так, Таран теряет. Сейчас на старт надо жать, когда возникнет окно континьюсов. Я чё? Жми, жми. А, вон чё, да? Тоша, привет. Так, у нас следующая фраза. И наконец-то... Наконец-то... Иди ко мне, мой хорошенький. Вот, я уже готов немножечко начать отрываться, собственно, вперед. Пусть движок не самый лучший, но ничего. Без него совсем как-то. Опа, тяжко. Я даже не ожидал таких вещей. На экране наших голубых телевизоров. Да блин, вы все собрали. Да блин! Чувствуется, что Ханя что-то купил. Вот так. Хани, да. Хани сейчас дает Гарри. И старается не выпускать еще к тому же этого желтого редиску. Оп. Но вот, к сожалению. Ай-яй-яй. Ну вот. Теперь Таран нас должен вытянуть. А сколько кругов? Это, по-моему, не последний же, да? Вот, а вот сейчас вот этот, последний вот пойдет. Последний, да. Надеюсь, что у меня заначки остались еще. И да, черт возьми, они остались. И не только у меня, как я смотрю. Ай, фак. Оу, щет! Есть! Блин, неужели Таран? Последний. Да, Саша, ну ты хорошо так шел всю дорогу. Ну у тебя сейчас... я проиграл, да? Нет, еще нет, у тебя еще есть как бы последний континьюс. Ну, слушай, вот как... это, короче, Таран, тут много раз на АБ, короче, надо нажимать попеременно. Щет! Вот чё для... ж блин. Ну вот здесь все всегда путаются, конечно, надо было это заранее как-то провентилировать. Ну вы вдуплили, в следующий раз, если дойдем до следующего чекпоинта, там много раз надо жать на АБ, короче. Ну то есть поочередно, стучать по клавиатуре, допустим, двумя пальцами хуячу. Окей. Так, я вот с вашего позволения... Хотя нет. Хотя нет. Я все-таки пока... Воздержусь. Так, итак, ребят, что-то Тарана... вот занято совершенно посторонними делами. У Тарана вот за 8, за 8 этот самый, за 8 есть мотор, сейчас может... Движок? Да, ну и у тебя тоже, соответственно, да? Да, у меня, соответственно, тот же. А ты себе, видимо... А еще я, крепче, да. Купил, я так понимаю. Да, я купил за 16. Оу, щет! Мега! Хоть деньги пособирать, что ли? Ты нас, чувствую, тянешь всех вообще. Давай-давай, едем. Отлично, я пока. Ништяк. Так. Тем временем у меня хватает на шинки. И я даже, наверное, еще три буквки и соберу машину. Так, ну что, а все. Тут можно машину собирать, прикольно. Сейчас да, только буквы, перестанет заносить. Буквы, вот которые валяются на дороге, их надо собирать, и когда наберешь про М, то
соответственно, будет тебе счастье. О, щет. Да прям вообще что-то никак. Здесь. А сколько здесь кругов? Ой. Один остался. А я, кстати, засмотрелся что-то. Надо догонять что. Нет! Ай, блядь! Фак! Так, ну теперь у нас Хани пал жертвой. Да, к сожалению, теперь я свою жизнь. Вот, так что... Тут, кстати, еще за очки дают эти жизни. Плюс их можно взять. О. Слушайте, мне одну буковку взять и, собственно... Да, и ты крут. Мне я еще буду... две. Мне еще две и тарану. На коне. Так, желтый тут дает Гарри. По непонятным причинам. Он тут никто, и звать его никак. Тут вообще соревнования идут между другими. А-а-а, блин. Так, это... Так, мне вон ту буковку бы надо. Кажется, блин! Так, ну все, таран, да? Таран у нас... Так, соответственно... Нет, вылетел из чемпионата. 71 очко набрал, ну блин. А, есть, есть шанс, есть, еще есть, смотри. Есть. Кстати, чтобы ты знал, Таран, там эти континьюсы можно покупать. Первый стоит 5000, потом в два раза больше и так далее. Да, а, ты купил уже, да? То есть ты молодец. Все, я, кстати, это, тоже воспользуюсь этой возможностью, так как у нас, соответственно, вылет идет турнир, по сути. А вот кстати, желтый собрал, и сейчас он будет просто нас рвать. Желтый собрал все буквы. Мне осталась одна буква. И тарану тоже одна. И всем нам по одной, короче, осталось. Кому какая? Вопрос, кому повезет первым. Желтому сейчас повезет, а потому что он по новой начнет все буквы собирать. А, он еще и оружие взял. Вот здесь этот раз подлянская, сразу говорю. Ай-яй-яй-яй, опять. А-а-а. Блин, букву дайте. Коты. Ай-яй-яй. Ай. Опа. Ну я пришел последним. Что, собственно, в принципе, всех устраивает, потому что у меня там их три штуки. Так, ребят, давайте в чате не будем ругаться, да? А что, там ругаются в чате? Да-да, я вот что-то смотрю за чатом, тут совершенно другая тематика пошла. Эх, блин, это я один на лоховской машине сейчас буду, вот и флаг. Слушайте, а что мне делать теперь? Что мне надо нажимать? Теперь ничего, ничего, она сама появляется. Да ничего не надо, она автоматом появляется. Теперь справа видишь свободные квадраты, там будет собираться точно такая же, такой же набор букв, и будет еще один вид машин, когда все соберешь. Просто собирайте все. А-а-а. Сейчас мы все будем такими. А я не сдамся. Я маленький, но очень быстрый. Хватит меня уже убивать вообще. Так.
А где желтый впереди, да? Да, желтый впереди. И сколько здесь этих самых? А, фак, я проиграл, теперь все. Оу, черт. Ладно, что? Че, ну так хоть покомментируй тогда. Покомментируй. Да, Тарантул, хотя бы. Ну что, у нас с тобой, я понимаю, так это, батл-то продолжится? Ну да, мы продолжим. Хоть это, в принципе, не решает, как бы, сход чемпионата, мы вдвоем выходим. Вот, но так просто интересно нам. Ну, я думаю, что это будет нам обоим тренировкой, опять же, еще. Да. Ну, я вообще, честно говоря, думал, что Таран все-таки одержит верх. Он начал больно так уверенно. А потом ты уже... Ну да, более уверенно. Передавил его. Вот бы сейчас еще мне машинку кто-то подарил, вот это вот. Соответственно. Ну, тебе надо... Букву А тебе надо. Ну да, неплохо бы. Да, Торрест, мне бы надо поднажать, не то слово. Так, теперь их двое, и уже компьютер. Я сейчас. Блин, а? Вот это вот косяк, конечно. Вот это да. Фак. Фак, чё там за буквы-то? А-а-а, чёрт, надо все это брать, а я как-то мимо все. Один круг. Ай-яй-яй, блин, ты чё, один круг остался, что ты такое будешь делать? Чувствую маф... Ай, блин, это меня на самом финише обогнали. Да. А, нет, все-таки я третий. Ты третий, да? Смотри. А, не, нифига. Или смотри. Нет, я не понял. Нет, нет, третий это уже по очкам было. По очкам ты третий. А почему по очкам я третий? Кто там вообще? Там, видимо, кто-то... Какая? Кто-то впереди. Ну это читерские сразу же там компы, сразу с кучей очков, наверное. Не, ну это понятно как бы. Сколько там континью? Так, я просто так не сдамся. Я хоть и до сих пор на грузовой машине, но это не беда. Ай, блин, буковка была. Чё, Таран, ты там смотришь так. Нас, нет? Так, кто-то мне бомбочку оставил. Да блин, опять не там, ну что ж я такое? Всё там. Ты сейчас второй. Ну, посмотри, они меня обгоняют. А-а-а, вот это вот я не предусмотрел, пипец, четвертый. Блин, вот это косяк. Ай, блин. Косяк, косяк. Ну вот у нас так это, выравнивается положение, правда по машинам-то как-то. Ай, Дрейк, что такое? Чё, всё нормально там? Продолжаем? Да, я в курсе про баны, конечно. Слушайте, ребят, давайте на самом деле прекращайте весь этот сербон. Вот, так как ориентируемся мы по расписанию, которое вывешено, я еще раз повторюсь, на канале, а забивать стрим
как бы за несколько минут, за час там это не дело, так как многие просто не успевают сориентироваться. И давайте успокоимся все-таки, не будем устраивать непонятно что, иначе я начну банить уже сам. Я готов, в принципе, пилить дальше. Ай, ребят, блин. Что у вас тут ситуация какая? Хреновая, это... я до сих пор на пикапе. Так, вот сейчас надо мне... Я маленький, но очень... Мне надо всех обгонять. Я маленький, но очень гордый пикап. Так, а у вас, смотрю, желтенький совсем начал делать, да? А у нас теперь еще и зелененький теперь. А, да. Спасибо. Борьба за выживание. Да, блин, это жесть, конечно. Сколько там кругов осталось? Слушай, они нас обгоняют, как стоящих. Блин. А, замес. Да, блин. А, блин. Ай, блин, не успел. Фак. Да. Ай, щет. Слушайте, у меня 101 очко, я вообще какой-то... А, во, сейчас придет приход. А что у меня не работает-то? Да все работает, блин, а что так... Нифига себе, они что-то тут вообще мощные, просто пипец. Давай. Ты двумя пальцами? Я на две кнопки А жал, блин. А, понятно. Лошадь. В общем, вот такие вещи тут, конечно, надо. Так, а мне вообще... Чёрт, что же мне сделать-то так? Что мне вообще надо? Тут следующий мотор за 30, аж просто пипец. Хочу. Ты собираешься, ты чё, мега крутая будет машинка, да? Если буквы вторые, да, там со спойлером такие. Типа, гоночные. О, да, пожалуй, пульсар-то я не успею собрать все-таки. О, мы уже до третьих раз дошли. Что, собственно... Ну, я как с самыми крутыми шинами должен все-таки тут... раздать немножко. Блин, а я только сейчас вспомнил, у нас никто не пишет, да, игру? В смысле не пишет? А, повторы ты имеешь в виду? Да, но на стриме сохраняется автоматом. Ну, стрим у нас только будет тогда. Нет, повторов нет. Я почему? Не писал. Видеозапись можно скачать. Не, это да, не, дело не в этом. У нас просто на, ну, при выкладывании на сайт обязательно нужны повторы. Я, ты про это, Тарон, паришься? Ну, я думаю, что забьем, что это все равно. Это все равно не, как бы, не техновская игра, что там. Жестко ее. Ну да. Мерить. Я думаю, что бы себе такого приобрести. А шина у тебя за 15 уже? Нет? Зара, успокойся. Так. На движок у меня тоже, по сути, не хватит никакой. Так что остается только идти. Ех, блин. Я что-то даже понять не успел, что произошло. Блин, а вот а как от него убежать просто вообще нереально. А от него не надо убегать как раз наоборот. Давай. Давай, вытягивай меня! Пошли в жопу, козлы! Нет. Ай, фак! Это что, последний? Continue. Вот этот сейчас будет. По-моему, нет. Вот этот последний. Ну что, я думаю... Вы думаете, я сдамся? А он стоит... Нет, конечно. 7, да? 7. Значит, не в 2 раза больше. Как я думаю. Надо ж когда-нибудь. А, черт. Вытянуть-то.
Конечно, такой машины нет с ними. Это адская машина. И как всегда ни одной буквы. А. Блин. Так разогнался Андрюха там, смотри. Нормально. Блин. Что же? Я опять про этого. Да. Обалдеть, это вообще жесть. Ну что, последний, собственно, у меня осталось. Последний шанс. Ну, в принципе, я не знаю, сколько. О, собрал, смотри. Сколько там у тебя осталось это денег стоит теперь континью? Посмотри. 10, наверное. А, 8. Ну, то есть тебе. 8, но у меня все равно не хватит. Одну трассу проехать. Дайте мне взаймы. Ну да. Так. Оу, щит! Это жажда выживания. Один, да? А вообще тут есть конечный предел этой игры? Тут надо сколько трасс? Да, есть, есть, есть. Ха-ха! Ништяк. Так, так что я еще держусь. Тут вот какая-то будет подстава, где надо прыгать через бомбы, которые стоят в 4 ряда. Ничего, у нас мне есть континуумы. Я даже с машиной. А тут только одну нитру можно купить, да? А, нет. По-моему, нет. Одну, да. Опять нам двинуло. Погоди. Это надо это дело-то отметить тогда. Я сейчас буду редисничать. Ой. Блин, вот ой. Началось. Ой. Нет, это не та трасса, по-моему. А может быть... Ха-ха. Может быть и та. Блин, я их так старательно поливал маслом. Вот, а, то есть... А, нет, не та, нет, нифига. Давай, давай, Мафут, вытягивай. Есть. Мне понравилось масло, я сейчас еще возьму. Я в итоге все равно на четвертом месте пока иду по чемпионату. Да, все равно я зайду сейчас, куплю опять нитру на всякий пожарный. А я маслица, мне у нас какие-то фейерверки за окном. Окей, ех, ты себе уже гипермотор купил? Да. Вот тебе на. Там уже, кстати, зеленый собрал третью тачку. Да, так блин. У нас сейчас будут выносить просто жуть как. Вот, вот, а вот эта замечательная трасса. Да, да. Я вот вовремя успел. Блин, что толку с того, что я вовремя успел вообще. Блин. Так. Хочешь еще покажу? Мафут, я сейчас буду это. Чудить.
А, то есть ты всю трассу можешь их пускать? Ну, я думаю, что нормально, если я сейчас приду четвертым. Так-то оно будет как-то подольше. Нет, в принципе, я не знаю даже, что сейчас нам делать. Потому как тачки почему-то уже прокачаны, ребят. Получились. Че, свои вот прокачивать? Тут всегда так в этой игре. О, кстати, желтые тоже. А, желтый как раз-таки... Желтый собрал, все. Если я, пожалуй, покоплю на какой-нибудь движок, ну-ка сейчас посмотрим, какой там золотой за 16. Ну хотя бы на него, что ли. Кстати, по поводу турниров, можно сделать турнир по Eliminator Blood Duel, если уж на то пошло. Там, правда, больше двоих за один присест не поиграешь. Ну, там больше двоих и не надо, в принципе. Пробовали. В этой игре я, конечно, лучше. Пробовали. Ого. Наиграть уже. Дуэл. Сколько кругов осталось? Один? Последний. Ну, давай. Угу. Подтягивайся. Нет, нет, нет. Эх, это что было? Ладно, приходи тогда ты. Вот, чтобы уж... Я вообще, честно, не понял, что произошло. А, еще один круг, блин. А, не, еще один. Ну, мы их не догоним уже. Можно попробовать, конечно, но... Собрать все стрелочки на свете. Вот на этом моменте обошли как-то прям уж очень... Ого. Все, они уже финишировали, давай, приходи. Пипец вообще какой-то. Так, ну вот, как бы. Ну что, теперь просто пилим, что ли? Не, чё, пилим просто, нам нужно продержаться вдвоем как можно дольше, давай так лучше пилить. Ну тогда давай я вот так вот сделаю, возьму континуум, и в этой трассе, если у нас не удается, проиграю я. Ну посмотрим, как там чё. Сейчас можно просто играть, как бы, как играется, без разницы. Пока у обоих есть жизни. Меня машина... лишнюю машина помощнее, хотя что-то меня это не спасает вообще ни капли. Ну, у них просто уже... Нитрушки. Все мимо. У меня такое ощущение, что им на наши потуги вообще глубоко до фонаря. Еще три круга осталось. Три круга еще? А, ну тогда это хорошо. Блин. Бомба. Не тратьте нитро, кстати. Если еще три круга, то сейчас это вообще зря. Ну, еще два. Нет, я не хочу отставать. Если отстанем, Я свои буду тратить только в третьем этом самом. Правда, у меня их там очень мало. Но мы, кстати, их догоняем. Ну, то есть, не отстаем, по крайней мере. Все, да? Третий, да, сейчас пойдет? Последний. Ну, все, можно начинать рвать. Вот, у меня сейчас... уже такое чувство, что рвать нечем. Сейчас мы их... Сейчас обгоним, да. Давай! Давай! Эх! Ты прикинь, вообще как стоячих обогнали. Да, ну все-таки видишь. Ну, это было предсказуемо, в принципе, да. О, слушай, бабла сейчас дадут. Нечестно, что мы с тобой. Ага. И опять мы не сделали, я так смотрю. Хм.
Так, ну что ж. О, класс. Что ж, мне осталась одна буква. Буква О. Мне... Осталось. 4. Да. Да, короче, что, надо ехать? Так, ну давай. Континуум мышь. Да, еще есть. Потом я начну их покупать. Так, тут начали мы заново. Там где-то жизни реально взять. Не здесь, но... Какой-то третий раз. Тут все дело в том, что каждая трасса, как бы, она будет из нового уровня. Ну вот, кстати, нормально. Посмотри. На наших трассах нормально пилим на первых-то. Они, кстати, медленнее меня едут, по крайней мере, вот эти вот товарищи наши. Я попробую накопить все-таки на мотор. Давай. Потому что так соревноваться не совсем дело. Тут будет разнобой сейчас, раз. Ну да-да-да. Так, тут сколько кругов-то? Да как бы не один. Да не один точно, конечно. Вот, все. Че, теперь запиливаем. Да. Короче, блин, надо... Нитро так быстро кончил. Надо... Давай на... Блин! О, я третий, отлично. Давай. Отлично. Вытянули общими усилиями. Фак. А вот сейчас, блин, будет нелюбимое мной дело, нифига. Так, я собрал, кстати. О, мне хватает. Букву я собрал. На голдовый мотор. Я, как всегда, отстаю. Так, ну все, чё. Зато у меня теперь новый мотор. Который, как я посмотрю, не сильно-то мне помогает. Слушай. Хорошая трасса. Блин. Косяк. Один круг последний. Давай, отжимайся, сука. Давай, блин. Блин. Да, что-то прям совсем. Ну, прости, Дрейк, я в эту игру плохо играю. А вот. Так, ну все, и мне надо сейчас аккуратнее как-то приходить последним. Вот. Нормально. Все, я сейчас это буду ёрствовать. У меня вот что сейчас будет. Ты копи сейчас деньги на континью. Я пока покупаю это самое. Ну, прихожу последним, в принципе. Мне без напряга, что 32 тысячи можно тут. Торст вот мне пишет, ты представь, что за рулем жаба. Представил, Торст. Так, ну чё там, один круг? Ну я даже не знаю, как... Главное меня отрывай, а я им маслица буду подкидывать. А, блин, маслица кончилась. Всё, третий, нормально. А, четвёртый, что ли? Нееет! Я честно... Как? Блин. Фак. Ну вот так вот, набрал я 171 очко. Жесть. Собственно, закончил на этом. Ну что, финал-то у нас будет поинтереснее, я так чувствую, так как там четверо участников. Вот, будет. Да.
Ну, в общем-то, дальше, наверное, пилить нет смысла. Чё там, в одну харю пилить, я даже не знаю. Да. На этом, не знаю, смотри сам. На этом можно, наверное, закончить. Ну, уже фана нету, чё тут. Я один там на прохождении, я думаю, это все уже могут и в одну харю пройти. И посмотреть. Ну, я думаю, что не все могут. Ну что, ребят, всем спасибо. Итак, финал у нас...